поводу чемпионства, я говорил, еще с детства мечтал, даже когда играл там в дюшке, когда постоянно выходили на финал, даже не мог, ну, не думал, что станем там чемпионами Украины, даже по своему возрасту. То есть только бронза была один раз и все. А так, когда ты чемпион Украины еще в профессиональном футболе, то есть это вообще, наверное, самые крутые чувства. Хорошо себя чувствую и нормально отметили, то есть собрали сразу после игры в ресторане, поужинали, а настроение хорошее, как может быть плохое настроение. Особенно мотивацию добавила ничья, конечно, и до этого я ж говорил, что то есть спустя рукава мы точно выходить не будем, потому что понимали, что нужно брать свои очки, чтобы не было там каких-то потом проблем. То есть, а когда Шахтер сыграл ничью, то есть понятное дело, что уже дорога открылась, то есть перед чемпионством. Буду говорить за себя, то есть, что настрой был только самый боевой. В роздягальні після святкування чемпіонства там було просто щось шалене робили з Раулем. Звідки така особлива любов? Я думаю, тому що він такий требовательний, а ребята вирішили на ньому отігратися, тобто поки так свою злость согнати, можна так сказати. Ну, не дісталося вам після цього святкування від нього? А мы же его еще не видели. Ну, видели на банкете только, и все. Завтра уже встретимся, посмотрим, что он синяки какие-то покажет. Шутил по этому поводу. Ну, его видели, кто его бил? Его били только и португалы. Расслабление отримуєте перед чемпионатом Европы. Как его сприйняли? Чи, можливо, уже говорили с тренерским штабом? Дадут вам какой-то відпочинок сбірним? Еще, если честно, ничего не знаю по поводу расписания, по поводу всех нюансов, там, связанных со сборной. То есть еще списков нет. Что касается, у нас же сейчас после игры с Шахтером вообще 2 недели паузы. То есть я не знаю, что будет, какие выходные или как будет, что. Поэтому по поводу расписания вам вообще ничего не могу сказать. Планы, ну, все знаем планы, то есть по поводу первых сборов в Италии, потом в Швейцарии. То есть, ну, расписание полностью все знаем, но осталось только дождаться окончательных списков.